Да, все мы все заказывали через меню, а я подавал игрокам. Кстати, пришел один игрок. И он, короче, сел возле меня и начал заказывать. Я ему сказала, закажите что-нибудь по меню. А он ответил: хорошо. Он ответил и пошел заказывать через меню. И он, короче, что-то там потыкал и заказал мне пиццу. И я сразу понял, что вот тут он находится, пицца готовится. Так, я, короче, беру и иду к нему. Вижу, что он тут в моем кухне тусит. И я быстро такой. Я сказал ему: сядь, пожалуйста. Он сказал: хорошо, но я чувствую, что он что-то рассердился, что так обовел сообщение. А я в то же время снял очки. Кто сейчас сожрал? Вы слышите это? А я смотрю такой, а он что-то не хочет реагировать. Он такой поворачивается, а я такой удивляюсь и убегаю к себе на второй этаж. И я увидел, что он достал палку и побежал за мной. И вдруг он заговорил: «Эй, иди сюда! Я тебя убью! Сделаю мясо из тебя!» Нет, нет! И вдруг он меня загнал в угол, и он треснул. И я упал. И вдруг я очутился тут, и он что, решил меня пожарить? И я такой заплакал. И, короче, и я не видел, куда он ушел, но я быстренько решил. Ой, бургеры. Ну ничего, пригодится. Так. Я, короче, шел на столик. Ой, я там увидел злого повара. И он что-то заподозрил и пошел проверить. А я в тем же временем убежал и думал, куда спрятаться? Ну, я решил спрятаться вот сюда. И он такой разозлился на меня. И он сказал, где я. И он пошел куда-то вот сюда пожрать. А я быстро убегаю от него. Я убегаю и прячусь в другое место. Так, он, наверное, тут меня не найдет. Он опять что-то заподозрил и побежал. Он подбегает сюда, прям возле меня, даже не заметил.
А я в тем временем тут сидел, как я резко, короче, хотел убежать, но нет. Но он в меня кинул метлу. И вот и я снова ранен был.